Привет, ребята, это исследователь. Вот купил филе куры 150 грамм. Вообще она стоит дороже обычно, 240-220 рублей килограмм. Тут меньше, конечно. То есть такая штука где-то рублей 200 должна стоить. Один раз, видите, снизили. 179, потом еще на 135. Это без костей. Хотя я говорил, конечно, что курица безвкусная, но 135 рублей, 750 грамм, это неплохо. Но, как видите, срок один день остался. Ценность 110 килокалорий. Что-то я сомневаюсь, по-моему, курица 200 килокалорий. Брянская чистая область, опять же, я сомневаюсь, там Припять рядом. И что я хотел еще сказать? Брянский бройлер. Директор, тебе я даю совет, не знаю, приказ. Вот этот вот пакетиком завернутый. Делайте герметичными. Как-то здесь вот герметизируйте скотчем, либо температурной штучкой, вот так, то все заливает, все полки в магазинах, перекрестки. Видите, все обдристанное постоянно. Так, попробую еще, конечно, позвонить. Здесь есть вот телефон, но я удивился, что даже мои маленькие ролики умудряются смотреть некоторые крупные фирмы. Поэтому буду руководить миром. Все, я самый главный теперь. Не пыня. Пока, ребята.